Друзья, всем здравствуйте! Я сразу знакомлю вас с Еленой. Елена, наш клиент, приобрела у нас сегодня вот этот прекрасный автомобиль Kia Rio. Елена, расскажите, пожалуйста, как вы про нашу компанию узнали? Про вашу компанию в интернете, элементарно. По объявлению, просто, да? Да, поездили по городу, посмотрели несколько вариантов, в салонах тоже. Ну, сюда заглянули. Матвей молодец. Менеджер ваш, да? Прочувствовал сразу, да, ситуацию, как бы предложил сначала один вариант, а потом настоял на другом, но села в нее, влюбилась и все. Понятно. Просто-напросто. Ну, здорово. А вы как-то вообще раньше о нашей компании слышали, знали? Нет, вообще просто наобум заехали. То есть и отзывы не читали? Вообще нет. Понятно. А вы говорите, что разные, ну, в разных местах бывали, много машин пересмотрели перед этой? Ну, проехаться не ездила, конечно. Ну, вот именно вообще. А так чисто вот визуально посмотрели, ну, достаточно. На барахолке еще где-то в салон мы заезжали. Это была последняя точка решающая. Ясно. А как вы поняли, что техническое состояние вот этой машины вам подходит? Не знаю, чуйка, что ли. Ну, получается, вы же как, ну, обычно перед покупкой машины как-то проверяют там вот. Ну, проверяют, ну, мы с Матвеем проехались, и как бы, ну, все равно слышу, я видела до этого, знаю, что это такое, поэтому проехались, прочувствовала, ну, вообще, ну, вот села и поняла, что это моя машина, и все. Ну, обычно, да, так и бывает, если сел, почувствовал, да, мое, значит. Оно такое редко бывает, но вот это прям в точку. Понятно. А вот знаете, есть такое мнение, что в автосалоны нельзя обращаться, там дорого, обманывают, там все прочее. Вот у вас что по этому поводу думаете? Как бы, что, ну, мало ли, особенно говорят, что в основном краденые машины в салонах продаются. Но я надеюсь на вашу порядочность и юридическую гарантию все-таки. Ну да, ну вы знаете, да, что и юридическая, и техническая гарантия вам предоставляется. А, ну отлично. Ну тогда принимайте наши поздравления, приезжайте еще, будем рады видеть вас снова. Да. Ключи настоящие. Ну все. Все, спасибо. Вам спасибо. Мы фотографию поведем.